В танцах у нас тоже все в полном порядке. Екатерина Боброва, Дмитрий Соловьев лидируют, опережая действующих чемпионов Европы Натали Пишела и Фабьена Бурза. Екатерина Рязанова и Илья Ткаченко после короткого танца занимают третье место. Елена Ильиных и Никита Кацалапов на седьмом месте. Так что во всех видах программы, кроме женского одиночного катания, у нас в полном порядке. Но одиночниц пока говорить ни о чем, поскольку они еще не начинали соревнования. Я думаю, что там также будет все здорово. Так, Даниэле Монтальбано и Евгений Краснопольский, Израиль. Чувствуется другой уровень и тройной сальхов параллельный. Ай-яй-яй, только хотел похвалить, и тут же вот такой сбой во вращении. И вот партнеру пришлось дожидаться на повторе, только нужно будет понять, что же произошло. Почему произошел этот сбой? Что это вращение вообще не будет им засчитано после такой серьезнейшей ошибки. Ну вот у них здорово получилась и поддержка, самый первый элемент третьего уровня, исполнили они его здорово, и в общем-то параллельный тройной сальхов тоже получился, и выброс тройной сальхов, справились они с ним. Ну, пошли ошибки, естественно, тут явно был не параллельный прыжок. Непростых выброса, тройной сальхов и тройной ридбергер, и справились они в целом и с тем, и с другим сложным элементом, а вот прыжок у них, каскад у них должен был быть, тройной тулуп, двойной тулуп, но там, сами видели, ничего похожего не было. Thank you.
Да.